Ну, в результате 91-2 год, когда коммунистическая система по всему миру пала полностью, да? Неожиданно. Потому что кричат сейчас, на Западе кричат, что великая победа капитализма, да? Как говорится, брехня на постном масле. Потому что коммунистическую систему это и создало мировое правительство. Идеал, то, что они создали, это идеальная система, которую они стремились создать во всем мире. И то, что они держали, они продержали бы еще 1000 лет, 2000 лет и так далее. Потому что для них это необходимо как воза, по многим причинам. Это сейчас все говорят о том, что Россия разворовывается, да, и тому подобное. Но Россия разворовывалась не только вот сейчас. Вплоть до, так сказать, многие даже не знают реальной причины той же самой афганской войны. Там вот, ну, официальная версия, что типа американцы планировали создать базу и так далее, и так далее, да? Ну, да, это тоже было. Но это не самая первая причина, а основная причина, что через Афганистан из Советского Союза вывозилось эшелонами, шли составы, загруженными крупными алмазами, золотыми слитками, чем только не загружены. И кто же, думаете, за этим стоял? Политбюро, естественно.